Выпячивание в голове и разрыв в спине, кинжальный удар и ожог кипятком. Какие симптомы опасных заболеваний нельзя пропускать ни под каким предлогом? Доктор ответит на все ваши вопросы. О грозных заболеваниях поговорим в программе «Звоните доктору». В студии главный нейрохирург Минздрава Самарской области Геннадий Алексеев. Программа «Звоните доктору». Смотрите 22 декабря в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.